Эрос. Эрос. А, Эрос. Когда я с тобой, я парю над землей. Я не люблю уступать, но тебе так легко. Я готов проиграть. И даже если опять придется тут потерять не свободу мою. Я не люблю повторять, повторяю опять, как тебя я люблю. На видение пусть я останавливаюсь. Я такой любви сейчас. А Паша где? Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — эти как-то взяла. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — эти как-то взяла. Твоя любовь меня поводила. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — эти так-то взяла. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — эти так-то. Просила боль, признавала риски. Твоя любовь во мне все перевела. Твоя любовь, понятно, стоп. А, Лаки. Да. И
Паша. Ну чё, нормал? Ещё? Звук в телек приходит? В телеверсию звук от кого? От тебя приходит, да? Ребята об этом знают, да? Чё? Всё нормально? Вроде всё? Давай. Давай спас. Сдавайся. Вот, а у нас сегодня еще одна премьера. Сегодня премьера нового дуэта здесь. Группа двое, поэтому сейчас он должен тоже перефитировать. Ау. 1-1. Раз, два, три, четыре. Всем привет! Как дела? Нормально. Раз, два, три, четыре. Ребят, да. Можете подключать мне в Instagram историю? Да? Прямо максимально, сильно. Давайте, на счет три. Раз. Покричать просто. Раз, два, три. Это наглый, конечно. Все просто. Молодежь наглая такая. Паш, трубочку возьми, пожалуйста, Паша. Вот я такой наглости не имел, как покричите мне что-то. Я понимаю, что вышел на саундчек, я вышел, как просто покричите. Ты еще ничего не спел. Все, застыдили меня. Ты сейчас спой, они уже потом решат, покричать тебе, не покричать, заслужишь ты крик. Не знаю, знаешь, какой ты. Так, ладно, все. Паша, смс-очку сейчас тебе напишу. Давай.
Друзья, давайте, вот сейчас надо им порепетировать. Они первый раз выходят на сцену небольшую, на съемку, поэтому надо им... Как вы их встретите? Давайте. Группа «Двое», друзья. Да ты достал.